Я делал очень много, действительно, очень много чего нового узнал. Под конец, то есть я уменьшил, как эта занятость дикая там началась, и я как бы под финал не очень успевал, но я как бы уже не стал финальную работу постить, и хорошо, а то сейчас бы такой позор был. Вот. Но тем не менее, я его доделал до конца, и то есть когда вот свою первую самую работу там получал, то есть я это его как бы в портфолио включил.